Эта песня называется «Веристская цыганочка». Она написана от лица такого мужика, который получил письмо, а живет он в хорошем доме, ну, скажем, на Рублевке. Ну, в общем, ответ на письмо, полученное на Рублевке. Друг мой дорогой, одноклассник якобы. Так случилось, что судьбой мы не одинаковы. Говоришь, один катает кат, а другой катается... Ой, не пиши с похмелья, брат, нескладно получается. Пишешь мне, что начал в ночь ты смутно беспокоиться, и сантехником не прочь в дом ко мне пристроиться. Теща пилит каждый день, приехала с вещами, а жена на бюллетене и зашлась прыщами. Да повадилась кричать с утра и смотрит хмуро. В общем, явно стало не хватать в бытии гламура. Денег нет, машины нет, забастовщики в пикет. Я, Василий, парень грешный, и сочувствую, конечно, а потому пишу ответ. Не возьму тебя я в дом ни сантехником, ни звонарем. Дом приличный и ремонт отличный, и таким, как ты, не место в нем. Гости каждый вечер, например, ну, стыдно за трапезников. Тут и чуйка-модельер, и нефтяник-резников. Все беседы о высоком, да закуски райские. И тут, друг, ты заходишь боком в кремпленовом китайском. Ни манер, ни этикету знаю я заранее. Ну, а вот, предположим, я уеду, ну, по делам в Германию. Сколько ни увещевай резонно, сколько ни упрашивай, пригласишь ты, Вась, полрайона, да? Своего, не нашего. Эх, мол, раз, еще раз, вы, мол, приезжайте через час, и будет к вашему приходу, невзирая на погоду, огурцов да с огороду, не переводящийся запас. Но зачем тебе гламур? Ну не мечтай напрасно. Мало ли, что ли, в твоем районе дур почти на все согласных. Вот и найди себе попроще, чтоб, знаешь, очень расслабляет. Но пишешь ты мне, что местный поп тебя не одобряет. Слушай, ну, Вась, ну не виноват же он, что ты ему не нравишься. Ну, дал бы ему денег на ремонт, но ты ж за 2 рубля удавишься. Скромность, Вась, она нужна, а скромности не стало. Но какого вам рожена, супруга не достала. Есть где лечь и где присесть, кризис не мерещится. Свет, вода и газ в квартире есть, теща в ванне плещется. Посчитай над речкой уток, походи по берегу, а тоскливо станет, ну так, ну не знаю, поругай Америку. Живи себе спокойно, друг ты мой, чисти окна тряпочкой и копи себе, родной. Ты на холодильник с лампочкой, жене-то закажи для кожи мазь, и не пиши мне больше, Вась.